Привет, мой уважаемый зритель. С вами Финимор. Итак, давайте начнем. Сегодня, по уже сложившейся традиции, мы продолжим наши совместные изыскания. Итак, сегодня мы отправимся на сайт NASA. Там поищем что-нибудь интересное. Ну, в общем-то, давайте уже начнем. Вот мы попадаем на главную страницу самого сайта. Это касается тех моих зрителей, которые постоянно спрашивают, Финимор, где ссылки и так далее, что за сайт NASA. Потому что есть некоторые люди, которые даже не слышали о таком. В общем-то, вот я сейчас вам его демонстрирую. Здесь мы сейчас будем проводить наши изыскания. В общем-то, здесь много интересной и полезной информации. Кто понимает английский, приходите и на этот сайт переходите по ссылке, я ее оставлю в описании. И, в общем-то, смотрите. Возможно, вы там что-то сами найдете для себя познавательного, интересного, а может быть, от чего-то даже суперинтересного, какой-нибудь артефакт или еще что-нибудь. Ну, в общем-то, как-то так. Ну, введение с сайтом NASA мы, в общем-то, уже провели. Я думаю, для большинства из вас будет понятно, что это за сайт. В общем-то, многие его посещали и смотрели. Ну, а мы приступим к нашим изысканиям. Ну и, конечно же, куда без Марса? Так как это очень загадочная и интересная планета. И, в общем-то, нельзя обходить ее стороной. Ее нужно досконально изучать. Искать, в общем-то, ответы на многие вопросы, которые задаются в наших головах. Так как думающий человек понимает, что явно происходит что-то очень интересное на Марсе. Но то, что мы знаем не всю правду, это точно. Да, и напишите в комментарии, как вам вот новый этот формат. Понравился, зашел, не зашел. В общем-то, что можно поправить, что исправить. Мне просто очень интересно, так как я всегда провожу эксперименты, мои постоянные зрители знают это уже. И пытаюсь, в общем-то, найти какой-то оптимальный формат, чтобы было вам интересно смотреть, ну и чтобы было мне интересно снимать. Ну вот, мы видим это, в общем-то, будущая миссия на Марс. Хотят отправить мини-вертолетик для его изучения. Ну да, в принципе, для изучения будущее за роботами, я согласен, но человеческий глаз может увидеть намного больше, чем тупой механизм. Так, в принципе, да, ну вот это касается того, что я как-то находил на Google планета Земля круглые вот такие вот образования и задавал вам вопрос, что же это такое. Ну вот мы видим, что здесь они даже сами выложили фотографию Земли и вот скопление вот этих вот круглых полей. В общем-то, так. Ну а мы давайте уже точно все, переходим дальше. Мы, в частности, сейчас будем рассматривать миссию Curiosity на Марсе. И желательно нам, ну просто необходимо найти что-нибудь интересное. Ну
Вот вы видите, как на Марсе происходит бурение почвы. Это наземная подготовка, наземные испытания ровера перед запуском. В общем-то, тестируют, смотрят, как что получается. Это марсианские облака. Для тех, кто не следит за моими выпусками, в общем-то, смотрите, на Марсе есть облака. Это точно. Притом, как вы видите, они вполне земные облака. Вот. Ну да ладно, пойдем дальше. В общем-то, на снимках Curiosity, да, как видим, вот здесь вот, значит, присутствует вот эта вот краснота ненатуральная. Ну то есть, если присмотреться, здесь вот цветовой маркер, его сейчас плохо видно, то, в общем-то, да и сама надпись, вот сейчас вот вы смотрите, вот видите, то есть видно, что цвет не передается натуральным. Видимо, или камера плохая, в общем-то, или по привычке все пытаются красить, в общем-то. Ну, в общем, как-то так. Ну, а мы идем дальше. Рассматривая снимки, сделанные Curiosity на Марсе, в общем-то, я нашел следующую вещь. Что в последнее время специалисты НАСА стали, в общем-то, придавать Марсу его натуральный цвет. Как вы видите, на этой панораме здесь вполне голубое небо, никакое не красное. И, в общем-то, если сделать подобный снимок на Земле, то может получиться такая же панорама где-то в пустынных областях планеты. То есть нельзя сказать, что Марс реально мертвый мир. Только из-за того, что об этом говорит НАСА, или только из-за того, что сам ровер не нашел здесь никакую жизнь. Так как при испытаниях ни один аппарат практически не может показать, что даже вот проводились испытания в пустыне, прежде чем отправить Curiosity, и не только его, и все аппараты показали, что планета Земля, в общем-то, безжизненная. А как вы сами понимаете, вы сейчас смотрите мое видео, находясь на этой планете. Ну и, в общем-то, выйдя на улицу, нельзя сказать, что планета Земля – мертвая планета. Явно здесь какие-то несостыковки. Также относительно Марса. В принципе, если инопланетяне приземлятся в пустыне Сахара или запустят свой, допустим, какой-то разведывательный аппарат в пустыню, где он приземлится именно там, соответственно, там он вряд ли найдет людей и вступит в контакт. Ну, если только каких-нибудь бедуинов, которые разберут на металлолом этот спускаемый аппарат, разве что так. Мое внимание привлек вот этот вот снимок. Значит, ссылку я тоже оставлю в описании. На первый взгляд, здесь вроде обычная как бы панорама, обычный снимок. Но если присмотреться внимательнее, вот то, этот же снимок, как бы просто фотография, то мы видим вот в левом верхнем углу такое вот интересное какое-то пятнышко. Если его немножко приблизить и попытаться рассмотреть, то, в общем-то, это пятнышко плавно превращается буквально в птицу. Исходя из этого, нельзя сказать, что Марс мертвый мир. Есть все предпосылки для того, чтобы там были птицы. Вот так, чтобы было понятно. Конечно, птицы не земные, а птицы марсианские.
И их надо изучать, и что они едят, в общем-то, и какая здесь на Марсе флора и фауна. Но я думаю, в НАСА уже об этом все прекрасно знают. И вот такие вот снимки иногда проскакивают. То есть, видимо, там тоже есть обычные люди, как и мы с вами, которые хотят донести до нас с вами то, что Марс – живая планета. Плавно, потихоньку, или, возможно, это в самом НАСА запускают удочку и смотрят, какая будет реакция у местного населения планеты Земля. Ну, в общем-то, реакции пока никакой. Поэтому они и запускают. На следующем снимке тоже, в общем-то, ничего особого, но тут мне вот это вот пятнышко, как бы глаз сразу выхватил его, и я попытался его тоже рассмотреть и приблизить. Сейчас вы видите увеличенный снимок. В общем-то, этого пятнышка. Что это такое, я тоже не могу конкретно сказать, но то, что это на отблеск, это не похоже. Это что-то светится, если еще проще сказать. Но опять-таки, если на Марсе есть птицы, почему бы не быть какому-то там, я не знаю, какой-то форме жизни, которая прекрасненько там что-то там ищет или живет, или это какой-то домик инопланетный, или корабль, который освещается защитным силовым полем, или еще что-то. Ну и, в общем-то, Curiosity это сфотографировал. Мне очень интересно узнать вообще, что вы думаете об этом. Напишите в комментариях, я почитаю. Мне очень интересно. Повторюсь, все ссылки будут в описании на эти снимки. Ну и, в общем-то, последний снимок в этой серии, но не последний вообще. Здесь вот снимок маленький, но здесь можно разглядеть какой-то объект. В общем-то, я буквально назвал этот снимок «Инопланетная база». Можно назвать «Инопланетный корабль» или еще как-то в этом роде. Но сейчас я вот покажу вам увеличенное это изображение. Давайте посмотрим дальше. Вот этот же снимок, только немножко с другого ракурса, с увеличенным изображением. Вы сами видите, что это явно не естественный объект, а что-то искусственное. Что это такое, тоже невозможно сказать. Потому что нужно провести детальный анализ и желательно, конечно, это увидеть своими глазами, а не на каком-то маленьком снимке. Ну, в общем-то, вот так, дорогие друзья, все, что я хотел вам показать, я показал в этом выпуске. Надеюсь, он вам понравится. Еще раз, в общем-то, извиняйте за то, что если я заикался там, в общем-то, или нес иногда какую-то тарабарщину. Повторяюсь, я снимаю все нон-стоп, без вырезок, без остановок. Ну вот, буквально сейчас вот мы с вами опять нашли что-то интересное. Вот смотрите. Такое ощущение, что это какой-то металлический то ли лист, то ли еще что-то, да? Мы даже не напрягаясь, вот просто я вот случайно сейчас вот это нашел. И вот, смотрите, очень интересный предмет. Видите? Ну, то есть я говорю, Марс стоит очень много загадок и тайн, которые нам предстоит разгадать с вами вместе. На этом наш выпуск подошел к концу, мой уважаемый зритель. С вами был Финимор. Мира вам и процветания. Пока.